Добрый день, дорогие друзья! Вот и пришло время заняться очень интересной дыхательной гимнастикой Александры Николаевны Стрельниковой. Эта гимнастика называется парадоксальной, потому что она сильно отличается от всех классических дыхательных гимнастик других авторов. Дело в том, что мы как привыкли с вами дышать. Вдох, расширили грудную клетку. Выдох, сузили. А в этой гимнастике все наоборот. Вдох идет на сжатие грудной клетки. Это очень полезно для нас, для всех, особенно для вокалистов, потому что гимнастика была придумана именно для того, чтобы восстановить голос, который пропал у Александры Николаевны. И врачи помочь ей не могли. Тогда она сама разработала вот эту дыхательную систему, которая помогла ей восстановить работу связок, восстановить ее голосовой аппарат и даже расширила ее возможности. Этим уникальным методом пользовались очень многие наши известные певцы и театральные актеры. Но из певцов можно назвать Аллу Борисовну Пугачёву, и вслед за ней, по ее совету, этой же системой пользуется Кристина Орбакайте. Она очень часто весь этот комплекс использует перед началом своих длинных концертов, потому что ей приходится не только петь, но и много двигаться. А этот комплекс способствует наполнению организма энергией, которой хватает на двухчасовой концерт. Из театральных актеров можно назвать Андрея Миронова, у которого, как все мы знаем, были очень скромные природные вокальные способности, но при помощи этой методики он их развил и стал довольно приличным певцом. Ну, Татьяна Васильева, которая говорит о том, что если бы не эта методика, она не смогла бы читать свои длинные монологи и столько двигаться на сцене и выдерживать четырехчасовой марафон сценический, и чтобы на все хватило сил, и чтобы голос звучал твердо, уверенно. Этот метод работы с голосовым и дыхательным аппаратом улучшает красоту тембра, расширяет диапазон голоса у вокалистов. А самое главное, с его помощью ставится голос тем, кто хочет петь, не имея для этого особых природных данных. Уникальный оздоровительный метод Александры Стрельниковой обладает, кроме возможности работы именно с голосовым аппаратом, оказывает большое влияние и лечебное воздействие на организм человека. Очень много спектров, которые охватываются при помощи использования этой дыхательной гимнастики. Прежде всего, воздействие на дыхательную систему в общем. При помощи этой методики легкие начинают дышать в полном объеме и разворачиваются абсолютно все уголки нашей легочной системы, которые при обычном дыхании находятся в более закрытом состоянии. Это помогает в излечении и профилактике таких болезней, как бронхиальная астма, бронхит, ларингит, все, что связано с легочной пневмонией, что сегодня в свете сегодняшних событий очень важно для нас. Этот метод помогает излечить такие болезни, как ринит, гайморит, ну, может быть, не до конца, но в большой степени нос начинает нормально работать и дышать. Также он хорошо очень воздействует на сердечно-сосудистую и нервную систему человека, но снимает депрессивное состояние и наполняет организм энергией. Сама гимнастика длится, сам комплекс длится всего 15 минут, но делать ее надо и утром, и вечером. В чем же суть дыхательного уникального метода Александры Николаевны Стрельниковой? Как я уже говорила, самое главное – это не расширение грудной клетки, а ее сжатие. Как этого добиться при вдохе? Вдох делается шумный,
одномоментный, очень эмоциональный. Он делается носом и как хлопок в ладоши. Резко и сразу идет выдох. На выдохе мы не сосредотачиваемся. Самое главное, надо тренировать вдох. При этом крылья носа должны как бы сходиться друг с другом. Знаете, вот ситуация, когда груша резиновая как бы втягивается, потом распрямляется. Такое же состояние должно быть у крыльев носа. И прежде чем освоить эту гимнастику, надо научиться правильно дышать носом. Дальше очень важный момент выдоха. Мы на выдохе вообще не сосредотачиваемся. Он идет у нас через рот. Рот чуть-чуть приоткрыт. И выдох должен быть пассивный и бесшумный. То есть вдох эмоциональный и шумный, а выдох постольку, поскольку мы его практически не замечаем. И что интересно, в этой гимнастике вдох неразрывно связан с движением. То есть вдох-движение. В других гимнастиках, как обычно мы делаем упражнение, вот здесь вдох, вот здесь на выдохе то-то. А здесь все на вдохе. А между этими вдохами пассивные, незаметные выдохи. Дальше очень важно, что при выдохе не надо задерживать воздух, но и выталкивать его специально тоже не нужно. То есть мы на это вообще не обращаем внимания, как получается, но лучше через рот. Далее, вдох, как я уже сказала, у нас непосредственно связан с каким-то движением. И это движение выполняется в темпе исполнения песен и плясок, то есть темпа ритме. Существует, ну вот как мы шагаем, так, собственно говоря, в этом же темпе мы и выполняем все упражнения этой системы. Счет мы ведем про себя. Счет кратен 8, то есть это может быть 8, 16, 32. Каждое упражнение выполняется 32 вдоха движения. Упражнений немного, их всего 12, и они очень простые. Мы с вами все это детально разберем. Я покажу вам каждое упражнение и проработаем правильность их выполнения. Еще раз напоминаю, главное – правильный вдох. Упражнение можно делать как стоя, так и сидя, и даже лежа. В любом случае эта гимнастика даст свой оздоровительный эффект. Итак, приступаем к разбору упражнений дыхательной гимнастики Александры Николаевны Стрельниковой. Как я уже говорила, самое главное в этой методике – это правильный вдох. Как же он делается? Представьте себе, что вы должны разыграть какой-то актерский этюд. Вот запахло гарью, пахнет или газом. Как вы будете это нюхать? Резко и коротко. Это и есть основа и правильный вдох по Стрельниковой. Резкий и короткий вдох, но с шумом. Теперь смотрите, крылья носа должны как бы друг к другу почти слипаться. Тогда, но при этом не надо брать слишком много воздуха, вы просто задохнетесь. Это тоже очень важный момент. То есть коротко, но не ёмко. Чтобы освоить правильный вдох, я советую вам встать перед зеркалом, ноги поставить на ширине плеч, плечи должны быть опущены, корпус прямой. И смотрите, чтобы ваши ноздри друг к другу, крылья носа, вернее, друг к другу прилипали почти, там как получится. Для начала стоит сделать 100 вдохов для того, чтобы почувствовать и раздышаться, почувствовать свои ноздри, и чтобы потом во время упражнений правильно ими управлять. Итак, какой же темп исполнения этих вдохов? В каждом доме есть часы. Вот у меня, сзади меня висят мои любимые часы, и вы видите, там работает секундная стрелка. Так вот, вдох
если вы будете делать его по секундной стрелке, как раз и будет в темпе, ритме строевого шага. Не забывайте, что вдох обязательно должен быть шумным и эмоциональным. Ой-ой, что-то горит, ой, что-то где-то пожар. Нюхаем, нюхаем, нюхаем. Вот вы встаете перед зеркалом и 100 раз нюхаете. Дальше добавляем в нашу разминку шаги. Так как мы говорим о строевом шаге, то и шагать мы будем просто на месте, поднимая коленки. И с каждым шагом вы будете делать вдох. Это упражнение надо выполнить 32 раза. Делим эти 32 раза по 8 вдохов движений. То есть приготовились из правой ноги. Остановились, немножечко подышали и продолжили дальше. Итак, 34 подхода по 8 раз. Следующее упражнение, которое вы должны сделать в этой разминке, будет связано у вас с поворотом головы. Это упражнение так и называется – повороты. Мы с вами будем разворачивать голову вправо и влево. На каждом повороте мы будем делать с вами вдох, но нигде не будем голову фиксировать. Она будет у вас плавно двигаться справа налево, справа налево. Ничего при этом больше корпусом, ногами, руками мы не делаем. Просто стоим прямо, поворачиваем голову и дышим. Делаем маленький перерыв и делаем еще раз 8 вдохов. Потом опять маленький перерыв и еще раз 8 вдохов. Всего должно быть 4 по 8 на каждое упражнение. Вот это будет ваша разминка. А после этого мы приступим к изучению комплекса с начала и до конца. Вот очень хорошо видно, как ребята вдыхают и незаметно выдыхают. Шумный вдох, как хлопок в ладоши, и легкий пассивный выдох. Это и есть основа дыхательной системы Стрельниковой. Таким образом, вы должны, стоя у зеркала, сделать 100 вдохов. Темп здесь метра ритма. За основу мы взяли с вами секундную стрелку часов. 60 вдохов в минуту. Второе разминочное упражнение. Добавляем к нашему дыханию шаги. Начинаем движение с правой ноги. Вообще все движения начинаются в правую сторону и с правой ноги. Итак, правая, левая. И каждая нога вдох, вдох. Это самое главное. Начали. Обратите внимание, что корпус стоит прямо, плечи опущены, руки висят свободно, работает только нос и ноги. А теперь начинаем считать, сколько нам надо сделать. Значит, мы с вами говорили о том, что каждое упражнение делается 32 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Закончили. Следующее разминочное упражнение мы делаем. Повороты головы. Тоже начинаем в правую сторону. Еще раз хочу заострить ваше внимание,
что голова нигде не фиксируется. Она плавно двигается справа налево и обратно, без всяких остановок. Никаких напряжений в шее быть не должно. Резких поворотов быть не должно. Все должно быть очень мягко, плавно, комфортно и удобно. Итак, начинаем в правую сторону. Весело, весело. Настроение должно быть прекрасным. Про себя считаем. 16. 32. Остановились. Надо сказать, что если 32 подряд у вас не получается, после каждой восьмерки можно делать остановку на 1-2 секунды. Можно делать после 16. А потом уже, когда все будет получаться, делать в подряд 32 раза. Итак, следующее упражнение нашей разминки – это ушки. Или еще говорят «ай-яй-яй», «ай-яй-яй», китайский болванчик еще называется это упражнение. Это когда мы головы качаем из стороны в сторону, от правого плеча к левому. То же самое, обратите ваше внимание, не надо очень сильно наклонять голову. Мягко покачиваем головой. Итак, начинаем в правую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 16. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 24. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 32. На этом мы с вами нашу разминочку закончили.